to Maleha Road. Какой замок в пустыне? Шейховский палас, точно. Какая пустыня зеленая. А жарень страшная стоит, 42 градуса. В машине показывают. Посмотрите, какая зеленая. Это как они питаются? Дождей нет. Засуха. Лето еще не наступило. А какая зеленая. Вон сколько кустиков. Прям зеленая-зеленая. Может, влажность здесь высокая ночами, вечерами. А вот так выглядят фермы верблюжьи.
подъезжаем к знаменитому водопаду. Идет какое-то строительство на верхушке. Смотрите, какой большой кран. Кранище прям. И что-то строят наверху, какое-то здание. А водопад, вот он работает. Редко можно такое увидеть днем, чтобы водопад шуровал. Красиво. Вечером сюда не подобраться. Красота. Шум какой воды. Ищем, где остановиться и перекусить. Может, в этом селе нам повезет что-нибудь найти. Ура! Мы нашли! Меню какое. И даже на удивление есть чай с молоком, со свежим молоком. Так, меню какое большое, боже мой. А я не голодная. Хотя вот этот супчик бы слопала бы. А рыба какая, боже. Нет, я хочу яйцо, я хочу омлет, наверное. Китайская, боже, какая красота. Ой, и бурьяни бы съела бы. А цены какие копеечные. С нашим селом не сравнить. А вид какой, а? Нам не повезло. Все есть в меню, кроме того, что мы выбрали. А мы выбрали парату. Слоеная лепешка с яйцом, а я омлет с этим же хлебом. А его как раз нет, только вечером будет. Так что забираем свой чай, расплачиваемся и идем в другое кафе. Внук. Перешли по соседству. Прям вообще 3 метра, а мы даже ее не заметили, это кафе. У них есть этот хлеб, есть все то, что мы заказали. Мне кажется, чай от них тоже принесли нам туда. В общем, тоже менюшка замечательная, большая. Но самое интересное, кухня у них открыта, прям вот здесь. Подглянуть можно, подглядеть, как они все это готовят. Интересно, да? Парату прям жарят. Смотри, как. Смотри, как жарят. Ну что, у меня лепешечка слоеная и омлетик. Ну, Антоша сандвич с такой же лепешечкой и омлет только внутри, с помидором, со всеми делами. А у меня просто омлет. И чай. Вот такой вид у нас из окна. Очень интересные, да, очень странные, интересные машинки. Кто они? Куда они? Мозг. Наелись от пуза, теперь можно и дальше в путь. Нам осталось здесь совсем нет. Ой, да, наш ресторан. Там, где мы будем, вот он здесь. Вот он. Мы здесь сегодня будем ужинать. Осталось совсем немного для нашего отеля. Еще чуть-чуть, ну минут 10 от силы. 10 минут и мы на месте. Сразу в воду, сразу в море. Новая свадьба положили. Ой, базарчик видели, только проехали. Это, видать, сезон пошел арбузов, оманские арбузы. Can you see people? See a worker. Такие три больших знаменитых отеля. И Ротана, и Интеркон, и Ля Меридиан. А мы на заправку. Заправимся, дозаправимся и в отель. Не. Don't seem very interested, do they?
will take it over when they've left. Looks inviting. Это общественный пляж, бесплатный. Сюда может приехать любой, как и на маленькой машине, так и на большой, и на караванах. Да? Да, уже прибыли, видите, караваны. Да, завтра будем их смотреть, завтракать с ними вместе.